Всем привет! С вами Громакина Ярославна, автор блога «Нашидети.ру». И сегодня мы с вами продолжаем знакомиться с Форексом. Из двух предыдущих уроков вы, наверное, уже скачали программу Forex4U и программу MetaTrader 4. Значок MetaTrader выглядит так. Мы заходим, и сегодня мы продолжим знакомство с этой программой. Вам было дано домашнее задание построить график в валютной паре евро-доллар, чтобы он был у нас составлен в стиле японские свечи, черно-белый. Посмотреть на боковой график, на нисходящий, восходящий график. Как они выглядят, поработать с линиями и также посмотреть на перекрестие. Если вы это проделали, начинаем знакомство с программой MetaTrader дальше. Что у нас здесь есть еще интересного? У нас есть значок «Обзор рынка». Это две такие стрелочки, зеленая и красная. Нажимаем на них. Ищем интересующую нас пару евро-доллар. Вот он. Там есть различные символы, это бит и аск. Бит означает продажу, по какой цене продаем, и аск это покупка, спрос, да? Разница между аск и бит, вот здесь, допустим, 1.0589 и здесь 1.0591, составляет 2 в единице, да? Это называется спред. Спред – это комиссия банку за каждую сделку. Смотрим дальше, что у нас здесь есть. Вот есть такая звездочка, кнопочка «Навигатор». Открываем ее. Что нас интересует? Вот у нас есть, значит, счета. Два таких человечка, зеленые майки и желтые рубашки. Зеленая – это демо-версия, то есть когда вы открываете демо-счет, виртуальный счет, там на 10 тысяч долларов, например, чтобы научиться торговать, у вас будет зеленый. У меня есть уже небольшой здесь центовый счет, поэтому рубашка золотая. Еще нас здесь интересуют вот индикаторы. Щелкаем, раскрываем. Вообще индикаторы подают сигнал на продажу или покупку. Это наши помощники. Здесь же имеются в обзоре рынка советники. Советник – это робот, который, по сути, делает всю работу за нас. Формально именно они зарабатывают нам деньги. Что нас будет интересовать здесь еще? Терминал. Такая кнопочка с синим столбцом слева. Здесь можно посмотреть торговлю и историю счета. Я еще с этим счетом не торговала, поэтому здесь у меня есть только определенные сообщения. Мы можем посмотреть. Добро пожаловать. Пишут о преимуществах программы. Виртуальный хостинг. Что это такое? Торговля роботов сигнал. Копирование сделок. Очень интересная программа. Мы ее разберем чуть попозже. Share for you. И мобильный трейдинг. Торгуй из любого места в любое время. Ну, то же самое программа, только для ваших телефонов или планшета. Чтобы у вас это было под рукой. Все операции, которые мы будем совершать с нашим счетом, вот эта большая кнопка с большим зеленым плюсиком. Называется она «Новый ордер». Основные здесь две кнопочки – это «Sell» красная, что означает «продажа», и синяя кнопочка «Buy», что означает «покупка». Поскольку я живу в городе Улан-Удэ, то основные колебания в евро и доллар, в паре евро-доллар, они приходятся у нас с 21.00 до 4 утра. Не самое удачное время, хотя, может быть, и удачное, да? Как
раз мы свободны, может быть, там от основной работы. Тем не менее, почему такое время? Потому что разница, допустим, с Лондоном у нас 7 часов, с Нью-Йорком 12 часов. Ну, грубо говоря, когда рабочий день начинается в Штатах, тех, которые в основном используют доллар или евро, и заканчивается у них рабочий день, для нас, для города Лунде, это с 9 вечера до 4 утра. Так, ну на сегодня все. Это небольшая обучающая программа, третий урок. Домашнее задание вам такое. Если вы еще не скачали программу MetaTrader 4 с сайта Forex4U, то вам нужно будет пройти по ссылочке, которая будет указана в описании под роликом, установить эту программу. Вот, у вас появится такой значок Forex4U. И поподробнее познакомиться с самой программой, как она выглядит, где у нее какие кнопки, чтобы ориентироваться. На этом все. Пока-пока. Смотрите следующее видео, подписывайтесь, ставьте лайки. До следующего урока.